Добрый день, друзья! Меня зовут Валерия, я продакт-менеджер шоколадной фабрики «Левичока», и сегодня я хочу представить вам новое направление нашей компании – игрушки под брендом Viva Kids. Данная серия игрушек является отличной альтернативой инерционным машинкам. Это, так скажем, современные инерционные машинки в разных формах для малышей, для ребят постарше. Машинка Гира, маленькая машинка, она представлена у нас в ассортименте, в разных цветах. Это отличная альтернатива обычным машинкам, потому что она представляет собой разных супергероев и имеет много функций. У машинки Гира в наборе идет небольшая пирамидка и колечко, что позволяет играть с ней разными способами, то есть машинка инерционно крутится на пирамидке, ее можно одевать на кольцо, можно сталкиваться двумя машинками, можно разгонять машинку, что развивает детскую моторику и коммуникационные связи. Следующая новинка – игрушка «Динозавр на колесах». Это игрушка для детишек помладше, потому что она представляет собой двух таких очень милых динозавров, вылупляющихся из яйца. Вот эти вот, собственно, части яичка, из которого они вылупляются, являются также гиромашинками. У игрушки «Динозавр на колесах» такой же большой функционал. Сама игрушка состоит из трех частей, она разбирается, вы можете комбинировать, выполнять разные трюки с этим динозавром, можете собрать всю коллекцию динозавров из разных цветов. Эти новые коллекции игрушек вы уже можете приобрести на Wildberries и на Озон.